На юниорском уровне эта фигуристка выиграла все соревнования, в которых принимала участие. Но и на взрослом она уже одна из сильнейших в мире. Серебряный призер чемпионата России Камила Валиева. Обратили внимание, с какой легкостью в самом начале проката Камила исполнила один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании – четверной тулуп. А уж ее прыжковый набор в соревновательных программах сейчас стремится к тому, чтобы стать одним из сложнейших в мире. При этом очарование ничуть не теряется, а впечатление только усиливается. Камила Валиева. Спонсор трансляции Тинькофф Банк желает успехов всем участникам шоу и напоминает, успей оформить карту Тинькофф Блэк до конца апреля и получи двойной кэшбэк и на обычные покупки, и по выбранным категориям, и по спецпредложениям. Подробности акции на сайте tinkoff.ru. Тинькофф Блэк – это двойной кэшбэк. Главные звезды шоу «Чемпионы на льду» еще впереди. У нас короткая рекламная пауза. Не переключайтесь.